Мир и любовь побеждают разногласия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал таким образом первые результаты переговоров с оппозицией. В обмен на обещание диалога со стороны главы государства, парламент страны, контролируемый противниками правительства, согласился отложить начало рассмотрения вопроса о вотуме недоверия президенту. Все это не означает, что мы намерены ждать полгода, что же произойдет. Если диалог начнется, и мы увидим, что правительство не идет на компромисс, ничего не понимает и ничего не принимает, но считает, будто переговоры — это способ диктата с их стороны нам, тогда мы прекратим эти переговоры. В качестве жеста доброй воли венесуэльские власти выпустили из заключения несколько оппозиционных активистов. Один из них, лидер партии «Прогрессивный авангард» Карлос Мело, уже встретился с журналистами. Тот момент, когда начинают выпускать узников, очень важен. Это значит, у общества есть шанс встать на дорогу к свободе и изменениям. В качестве уступки правительства оппозиция Венесуэлы также согласилась отменить планировавшееся шествие к президентскому дворцу. Решение было принято при посредничестве политиков из других латиноамериканских стран и представителей Ватикана.